Здравствуйте! Вас приветствует Большой международный конный клуб «Продар». Без малого четверть века мы работали для вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Двадцатого апреля состоялись финальные соревнования Кубок клуба «Продар». На протяжении всего дня участники турнира и гости писали послания в будущее, которые были запечатаны в капсулу времени. Пожелания будут бережно храниться до того дня, когда легендарный манеж снова откроет свои двери. Финальным аккордом стала премьера нового фильма «Продар Медиа. Опередившее время», посвященного 190-летию со дня рождения великого мастера вывески Джеймса Филлиса. Говорят, что все хорошее когда-нибудь заканчивается. Что-то раньше, что-то позже. Без малого 25 лет мы с вами были вместе. Десятки соревнований, мастер-классов, выставок, фильмов, интеллектуальных игр и книг, бесчисленное количество общих воспоминаний. Все эти годы мы держали очень высокую планку. Продар всегда и во всем был самым-самым. Наши всадники выигрывали самые престижные турниры. Наши партнеры были только самыми лучшими в мире специалистами в области конного спорта. А все, что мы делали, отличалось неизменным качеством. В общем, нам есть чем гордиться. И вот наступил момент, когда нужно расстаться, прежде чем встретимся снова. Но поскольку встреча друзей всегда неизбежна, именно поэтому сегодня здесь те, с кем мы начинали свой четвертьвековой путь. Вот наш первый гендиректор Димочка Калинин. Вот Катюша Серовская через одного, директор. Нам шлют привет Саша Карелова, Миша Арусов из разных городов. Ровно как и всадники, в разные годы представлявшие клуб «Продар», по-прежнему с нами на связи. И хотя мы теперь разбросаны по всему миру, но нас всех объединяет самые замечательные воспоминания. Юра Ковшов, Сережа Мотыгин, Витя Коновалов, Толя Бочаров – великие, не побоюсь этого слова, конники, иностранцы, по-прежнему наши. Жизнь забросила далеко за пределы России Елену Сидневу, Лёлю Слащёву. Но как и те, кто сегодня здесь, они остаются частью нашей большой семьи, частью блестящей истории клуба «Продар». По-настоящему хороших друзей очень трудно найти, но еще труднее расставаться с ними. И поскольку мое сердце отказывается прощаться, я говорю вам сегодня до свидания. Давайте запечатаем в эту капсулу времени пожелания, которые прочтем тогда, когда этот легендарный манеж представит в новом облике. И начнется следующая, пусть еще более блестящая, глава его истории. Кто-то метко сказал: «Зеркало заднего вида всегда чище лобового стекла». Но мы уверенно смотрим в будущее, где нас ждут новые возможности. И тем не менее, сегодня мы все же скажем прощай. Большой главе своей жизни.
Но когда наши пути с некоторыми из вас, пусть и на время, разойдутся, мы сможем утешаться осознанием того, что оставшаяся позади часть жизни была чертовски хорошей. Я буду скучать, пока мы не встретимся снова. А сейчас давайте вместе споем гимн клуба «Продар», который специально для нас исполнил Ренат Ибрагимов. Прошу вас, гимн «Продара». Звездный наш конный клуб никогда не изменим тебе. Здесь мечта и упорный труд стали символом наших побед. Знают люди разных стран имя гордое «Продар», имя гордое «Продар». Ты наш дом «Продар», ты наша судьба. Для своих друзей ты уже семья. Пусть тебе «Продар» даже сквозь века суждено лидером всегда. В самом сердце столицы рожден легендарный историй славы. Сквозь года высоко мы несем выдающийся конников знамя. Знают люди разных стран имя гордое «Продар», имя гордое «Продар». Ты наш дом «Продар», ты наша судьба. Я своим друзей, ты уже семья. Пусть тебе «Продар» стран имя гордое «Продар», имя гордое «Продар». Ты наш дом «Продар», ты наша судьба. Для своих друзей ты уже семья. Пусть тебе «Продар» даже сквозь века суждено семья. Пусть тебе «Продар» даже сквозь века суждено быть лидером всегда. Суждено быть лидером всегда. До новых встреч! Искренне ваш большой международный конный клуб «Продар».